Всем привет. Давно не снимал видео. Думаю, надо что-то снять. Испытание вот этих алмазных брусков от Веневского завода идет. Точу свой нож, стали М390. Так. Показывает у нас 17 градусов. Ну, здесь 17, наверное, не должно быть. Это нож мой. Резал я бычка. От и до он отработал. Надо его переточить. Да, 17 мало. Он где-то 18 градусов, наверное, был. Чуть больше. Все идеально попали. 200 на 160, 100 на 20 я не вижу смысла брать. Будем точить. 50 на 40 стороной. История с этим ножом такова. Когда забой скота делал, мне не понравилась егошняя агрессия. Он волу стругал, но как такое агрессии не понравилось. Ох. Вот это вот я не люблю. Я хотел попробовать с водичкой. Сейчас попробую с водичкой вместо сож использовать. Это мыльная вода. Не люблю я грязь от воды, поэтому все свои камни я перевел на масляные. Очень даже приятно работает камушек. Переточил я 4 ножа, то есть пластилиновые стали. Видео снимать возможности не было. Ну-ка. Надо что-то другое, наверное, придумывать. Сейчас ту сторону попробуем маслом. Короче говоря, недорассказал, как забой скотину сделал, нож был острый, говорю, волос стругал. А вот агрессия мне не понравилась. Финиш был Эльбор 5-3. Вот мне агрессия чуть-чуть не понравилась. Взял мусатиком 3 движения сюда, 3 движения туда, то есть... И агрессия появилась. Мусак, кстати, керамический, японский, 1200 грит или 1000 грит по фепа. Кстати, отличный мусатик. Где брал, там будут люди спрашивать. Честно, ссылки ничего не осталось. Только japannozhikov.ru, что ли, что-то не помню точно, мусатик там брал, да. Очень даже ничего хорошего, мусатик. Теперь эту сторону давайте вместо сож будем использовать. Бутылочки вот такие пришли с Алиэкспресса. Отличные. И крышка с этим предохранителем. Это масло Johnson Baby. Чуть-чуть есть там оленевая кислота. Нож
полностью бычка раздел, даже порционно по холодильнику ему убрал. Ну, конечно, острота чуть потерялась, но что, хорошо, не было ни заминов, ни скольчиков, ничего. Но я не скажу, что он 100% по одному бычку отработал. Просто этот резак, у него ширина, так скажу, то есть толщина клинка 2,5 и сведен он 0,3. Вот этот Байкал от Кизляра, он работал, где надо было чуть постучать, где надо было по силовой, короче, где надо было. Видите, да, никаких заминов. А, вру, вот здесь вот чуть-чуть есть заминчик, но он режет довольно-таки остро, хотя он удар, всю тяжелую работу на себя брал. Я его хочу также 44, только в линзу. Приспособы для линзовидной заточки есть у меня. Вот. Короче, ребята, вот для себя я как для хорошей агрессии, чтобы он лезал, для мяса я, наверное, мог бы даже здесь 20-14, вот эту сторону, и остановиться на нем, просто грамотно убрать заусенец, и он бы довольно-таки хорошо работал бы по мясу. Ну, стойкость, конечно, может быть, была чуть меньше, но когда у тебя нет агрессии, назад ты больше его и уложишь, наверное, когда есть агрессия. Ну, это стойкость, конечно, вопрос спорный, ребят. Это, наверное, тоже от умения работать ножом тоже много чего зависит. Так что, такие спорные вопросы. Ну, с маслом тоже неплохо работает. Сейчас чистую возьму. Чистая. Надо было, наверное, вначале показать. Ножик салфетку не резал. Вот так это делал, не резал. Сейчас уже режет. Вот. Салфетку он не резал. Сейчас уже режет. А, кончиком еще уронил ножик я. Но я не буду его там сейчас подгонять, утачивать. Это же мой ножик. Чуть-чуть кончик. Но это, я думаю, не страшно. Линзу буду тот ножик кизлярский точить. Не знаю, раньше я не сторонник был линзовидной заточки. Но хочу все эксперимент. Мне, честно говоря, ее V-образно устраивает. Вполне. Кто-то писал в комментариях, Франция, по-моему, что-то мне не получается на него ответить. Вот кто-то компьютер собрал, другой тот, еще не отремонтировали. На работе был старенький компьютер. Это вот все ради всяких экспериментов.
и затянул. Хорошо, там мертвый стоит. На этом же ноже притиры буду экспериментировать. Но это будет, ну, я их то есть сегодня сниму, но это отдельное видео будет, наверное, поделю. Потому что надо делить. Потому что притиры это должна быть отдельная тема. Сейчас мы, у нас идет испытание вот этих алмазных брусков. Честно, пока, говорю, много не переточил, но нет таких убитых ножей, чтобы хотя бы испытать вот эти по-нормальному 200-160 камушек. Ну так, я вам скажу, ничего. Камушки стоят, то есть, ничего, сейчас 3000 рублей, а 3500, да, по-моему, за 3500 рублей по нынешнему курсу, если... А, кстати, Венёв тоже... Поднял цены. Порядка, по-моему, около 7 или 10% что-то цены, вижу, подняли. Я посмотрел. Сторона 2014. Так, надо салфеточки. Они цену подняли. Вот. Агрессия отличнейшая. Очень толстые салфеточки. Налипла вся как бумаги. Ну, я, наверное, периодически буду выключать просто вот эти 10 минут, что я вот так дёргаю. Это как бы работаю, наверное, никому не интересно. Я еще раз говорю, просто я канал веду для себя. Там кто-то человек говорит, ни о чем, ничем не обучаешь. Но канал я веду для себя. Кому интересно, там, друзьям или, как скажем, у кого у нас... Есть общие интересы, людям, наверное, это интересно, кто-то смотрит. Если что-то поможет, какая-то информация, о чем-то я говорю, я буду рад. Ну, а в целом, нравится мне это дело. Я же за деньги не точу, ребят. Я вот просто родственникам, друзьям. Сам занимаюсь забоем скота. Вот этот, может, завтра тоже опять пойдет на испытание. Отца завтра хотят купить пару барашков. Опять я должен резать их. Карантин, мясо с областей мало заходит, все перекрыто. Вот смотрите, как работает камушек. Вот чистая салфеточка. Давайте посмотрим, как она еще очищается. Только Johnson Baby пробовал, вот поделюсь я вам еще секретом, почему я добавил туда алиновой кислоты. Когда алиновую кислоту чуть-чуть добавляешь, он лучше шел. Вот смотрите, как будто новый брусочек. Очищается махом. Как что кто-то спрашивал, стоит покупать, там писали мне там в Инстаграме, в комментариях. Ну, честно, ребята, ну, наверное, стоит за 3000 рублей, если... Последний не подняли еще на этот брусочек цену. Отлично работает камушек 2014. Не знаю, программу закачал сейчас, которым я монтаж делал. Посмотрю, монтаж сделаю и глянем. Ну вот уже заканчиваю работу с камнем 2014.
Вот если честно, ребята, вот для мяса, допустим, да, для завтрашнего, допустим, забоя моего, который я буду делать, там, двух барашек резать, разделывать, там, четыре человека их покупают, попросили еще по суставам все разделить. Вот как он очищается, ребят. Я бы оставил вот так, все. Убрал бы заусенец и все. Вот, честно, для себя. Агрессия вот сумасшедшая. Может, она не такая бы стойкая была бы. Но мне же надо сейчас еще притиры на нем испытать сразу же. Это я говорил вам уже. Поэтому мне надо довести. Еще я агрессию, ну, знаю, чем задать. Про это еще отдельно. Может, микроподвод. Ну, давайте расскажу, может. Арканзасиком микроподвод сделаю транслюцентом. Либо Марайдом 1200 PC. Либо Т2 800 или 1000. Посмотрим, что душа захочет. Так, чуть-чуть приподниму угол. Сразу же СОЖ работаю. Камни все довел, все притертые. Я еще раз убеждаюсь, что абразивы с коробочки, ребят, не готовы. Даже в вельборах мне пришлось пару штук доводить, выводить. Грубый там смысла нет, но мелкий мне пришлось. Я ради этих, чтобы их притирать, и пасты купил, и соответствующие грязницы у меня были, но некоторых не было. Так что, ребят, если вы хотите, ну, они, говорят, эльборы сами притерлись бы, да, то есть, но кто любит чистоту работы, сразу же надо притирать все. Сейчас теперь вообще точить нечего, ребята, с этим карантинчиком никто не хочет из дома выходить. Ну, это, конечно, не шутки. Посмотрим, как вот этот камень будет очищаться. Сейчас вот вытер. Видите, шлам, да, такой. Капелек 3 масла. Поднимаем шлам. Даже, ребята, вот мыть даже не надо. Он чистенький абсолютно. Все. Наверное, я сейчас чуть поработаю, чтобы чистота как бы подвода была. Но сейчас я потом включусь. Видно, не видно. В общем, я здесь мучаюсь. Точилка Rolls-Royce дяди Фима. Это вот действительно точилка для души. Какая красота, как он работает. Ах, никаких люфтов, никаких клацаний, млацаний. От зерна. От зерна. Или на зерно, как там правильно. На зерно, наверное. Так балуюсь. Все, камень 7,5. Камень 7,5. Газету переводить, ребята, не буду. Поверьте на слово, нож острый. Все это ерунда. Газеты. Строганием волос. Ножом не... Газету режут и не волосы стругают. Для этого есть специальные инструменты для них. Он должен свою работу выполнять.
про вот эти, что надо, что не надо, на какой стадии остановиться, для чего, когда, ну, наверное, это я видео сниму. Опять же, ссылаясь на личный опыт, я никого не хочу обидеть, ребята, правильно поймите. Часами кто 2-3 часа, она же точно точите на здоровье, ребята, я ничего не говорю. А если когда вот свой нож мне надо для работы, я не знаю, даже 125-ку, 64 единицы твердостью, мне хватает максимум полчаса. Ну, естественно, если не убитый, там сколов нет, я имею в виду так, поточить его. Хватает мне полчаса максимум. Ну, я уже свой угол знаю, на какой угол я точил этот нож, конечно. И я вот не видели, да, часто всего я начинаю, если эльборами точу, например, я начинаю сразу 40/28 или 50/40. Ну, как и здесь сейчас, 50/40 камни. А если какие-то сколы, либо серьезные повреждения РК, ну да, там приходишь грубее, там дольше. Я имею в виду, наверное, вы неправильно поняли, наверное, да? Я когда для себя так вот не видео снимаю, а для работы нож этого, я вот не сижу с ним на финише 2-3 часа вот так, или там час или полтора, я не сижу. Раз-раз, допустим, 20-14 камень, ну, 14-10, например. Или чтобы как бы на фепа, допустим, камни там. После 600 бывает, часто останавливаюсь, надо мне мясо там, быка зарезать, типа коня там, друзья, когда просят, то все, идти резать. 600 камень барайдовский, я останавливаюсь. Иду. Раньше, когда барайдов не было, гриндерман, тысячник. Или вот этот профильский. Ну, это одно и то же. И все, и никаких проблем, ребята. Это же потом я начинал покупать всякие природники. Эльборы у меня не сразу появились. Я целый год думал или полтора думал. Во-первых, цена очень такая, скажем, не дешевая, да, она. Вот, тем более сейчас нынешним курсом вообще это обалдеть. 3-2. Вот смотрите, как он работает. Подводит довольно-таки зеркальный. Этот камень много масла не любит. Вот так. Все. Чуть-чуть только. Но чистится, конечно. Вообще. Мах. И как? Мне даже мыть не надо. Как новенький. Да, зеркало. Ну, прям не сказать, что такое идеальное зеркало. Но зеркало, зеркало. Посмотрим. 3-2 агрессия какая будет. Пропритиры сразу же буду снимать. Сейчас руки помою. Как бы это все приберусь, наверное, чуть-чуть. Это лично мой опыт. Просто что с притирами я делал. Как я делаю. Что делаю. Ну, я вам просто скажу. Может, кому-то понадобится информация. Когда я вот снял, как переводил масляные камни. Водные камни на масляные. Вроде многим ребятам понравилась вот эта идея. И благодарности были. Как это все сделать. Ну, буду только рад. Ребята, я вообще люблю людям добро делать, ребята, правильно поймите. Я ни от этого, ни от Ютуба, ни от этого как бы точения своих, заточки, ни одну копейку, то есть, так скажем, не имею от этого, только одни расходы несу. Просто делаю людям добро. Агрессия нравится мне ж. Агрессия нравится. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Я не знаю даже, не хочу, наверное, дальше экспериментировать с этим алмазом, притирами. Но надо, если что, я вернусь обратно. И, то есть, если что-то испорчу, даже если какое-то замыливание не почувствую,
вернусь обратно и все это сделаю. Ну, ребята, ну, пока все. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Начну сейчас притирами заниматься. Все, пока.